Мы проводим дезинфекцию цехов, гардеробных и мест общего пользования, где максимально присутствует персонал нашего предприятия с участием представителей Министерства обороны. Самое важное и ценное на предприятии – это люди. И важно, чтобы их труд был, по крайней мере, обеспечен безопасно. Личным составом сводного батальона РХБ защиты проводятся мероприятия по специальной обработке на открытом акционерном обществе БелАЗ. Будут обрабатываться внутренние помещения, производственные цеха. Используются специальные рецептуры. Для их применения используются вооружение, средства РХБ защиты. Это парогенераторы, аэрозольные генераторы. По площади составит, ну, вот, обработаем, которую мы, порядка 400 тысяч метров квадратных. На данном объекте задействовано 40 человек. Представители 8-й бригады РХБ защиты и 602-й базы ремонта и хранения.